Ламається швидко. Все, знімай. Ну все, знімай, давай, виростило, знімай. Все. Просход. Про готовлення. Да. Зараз уже йдемо, що будеш точно пить. Чай, як ти хотів. Чай, як ти хотів. Давай мені. Нічого собі, лимончик. У ёлки-палки. Сейчас посмотрим, что вы тут на... На кухню познаете. Кусочек якось... На игрушка покрасила. Ой, а тут она не видит. А тут не надо снимать. Не, так мне же интересно, чтобы она все видела. Я вроде бы ничего не нажимал. Вот это мигает какой-то он... Мордочка, блин. Может быть, это и есть. Очки одели. Не, ну я в Киеве снимал, все было нормально. Ну ты же сказал, пляснула. А, ударилась? Да. Вот должна она... Где ты ковер там постелил? Что ковер постелил? Пожалуйста, ковер. Приезду выкрашена. Да. Вон. Чтоб ты не приехал, то ковра тут не было, понимаешь? Да. Снимать не надо, запрещено. Ну, что это а объект. Я, кстати, Коля, есть у меня кадр в центре Киева, на Майдане Незалежности, ну, стоят... Сержанта, там игра как раз, уже сержанта есть, а зараз обер-сержант уже как выиграет. Я не понимаю эти игры, ну, то есть, ну... Ну... Кто-то спешит, наверное, Даня. Даня очень спешит. Как там песня, ну, что тебе понравилось, кто? Поется? Собрались люди... Кто? Ну, за выпивку. Анекдот? Не, ну, под песню Наташа там рассказывает анекдот. А, под песню, та песня хорошая твоя. Не, вы когда первый раз написали... С поводом и без повода. Вы анекдот рассказывали, я не могла вспомнить. Что за анекдот? Думаю, ну что такое было рассказать? Ну он же там обрезан, только основа. Люди сидели, мы ничего не замазывались. То целый день сидели, никто не вымазался. Ты сидишь неудобно. Чё? Отлично. Ну, свет сзади очень яркий. Ну и что? Ну, лицо не очень прорабатывается. Хотя сейчас это красиво. Давай, наливайся. Ты нам эти карточки прекращай, давай садись. Я это не прекращаю, потому что потом становится жалко, я что не снимал. Я шучу. Так, фотографу. Люба, сейчас я передам другому, на нас будут снимать. Алексей! Не надо. Ну ты же обещала выпивать. Леша, Алексей, оператору надо налить, чтобы он заглох. Ладно. Работу завалили. Наоборот, вам надо налить, чтобы вы начали говорить. Творческий процесс и шоу. Это точно. Если на камеру, то мы тут вообще ничего не выпьем. Так, Макса я забираю. Если с поводом, с поводом и без повода. Надо было дочечку. Ну, дочечке немножко рановато, да и Максу, наверное, же рановато. А все может быть. Она просилась, ну, чтобы я ее взял. Ну, а чего ты не взял? Ну, они... Чтобы родители тут не пришел, что это рождение? Ну, кто? Нет, главное, это... Даша говорит, ну, я с Наташей общаюсь по компьютеру. Он думал, что Наташа, это ты Наташа. А читаешь Света, Любочка? Да. Обе такие красивые, что Света, что Наташа. За родители, потому что мы все родители. Всем здоровья, всем благополучия. Я разбила Наташу. Папа вообще, я ее не угадал. По прическе, да, по лицу, а по... Комплекции не поправился, ничего. Я только приехал, думаю, буду ждать дома. Спасибо, баранка набрал. Ну ты знаешь, что это там? А это настройки стал конструктивным. Не, он и был таким. Три недели. Он наоборот похудел. Я говорю, что похудал.